Здравствуйте, дорогие зрители и уважаемые подписчики. Мы рады приветствовать вас на нашем YouTube-канале. Меня зовут Эмиль, я эксперт по недвижимости международной компании REST Property, марка номер один в Турции. Сегодня я хотел бы вам рассказать о квартире планировкой 2+1 общей площади 110 квадратов. Комплекс находится в 750 метрах от пляжа, а сама же квартира расположена на высоком 6-м этаже, откуда открываются невероятно красивые пейзажи на горы и Средиземное море. Планировка квартиры 2+1 представляет собой кухню американского типа, совмещенную с гостиной, санузел и две спальные комнаты. Квартира уже продается полностью с мебелью и техникой. Вам не придется тратить завтра свое время на покупку новой мебели. За вас об этом уже позаботились. Красота-то какая! Лепота! Балкон настолько просторный, вы можете разместить здесь стол со стульями, завтракать и наслаждаться красивейшими пейзажами Таврских гор и Средиземным морем. Аланья является одним из самых востребованных районов среди туристов и тех, кто хочет жить в центре всех достопримечательностей и городских благ. Здесь имеется прекрасный знаменитый пляж Клеопатра с невероятно красивой береговой линией, удостоенный голубым флагом за свою чистоту и экологичность. Пещера Домлатаж, обладающая лечебными свойствами, а также вся хорошо развитая социальная инфраструктура. Магазины, аптеки, школы, сады, кафе, бары и рестораны. Богатая инфраструктура комплекса включает в себя открытый, закрытый и детский плавательный бассейн, сауну, джакузи, хамам, фитнес-зал, настольный теннис, бильярд, детскую игровую зону, зеленый сад, зону для отдыха и барбекю, открытую и крытую парковку, охрану и систему видеонаблюдения 24/7.
апартаменты прекрасно подойдут для проживания всей семьей, так и для получения дополнительного дохода от сдачи в аренду. Номер объекта на нашем сайте resproperty.ru 11237. Актуальную цену на квартиру и подробное описание вы можете увидеть в закрепленном комментарии под этим видео. Ставьте лайки, подписывайтесь на наш канал и до новых встреч!